Дорогие наши зрители, Москва до сих пор не хочет верить в эту трагедию. Вчера вечером в одном из поселков города Москвы при странных обстоятельствах был похищен известный российский актер театра и кино Алексей Никульников. Очевидцы сообщают о том, что двое молодых парней избили актера, забросили в багажник автомобиля марки «Мерседес» и уехали в неизвестном направлении. Сегодня уже родственники Алексея Никульникова обратились за помощью в полицию. На данный момент подробностей никаких нету, полиция что-то скрывает в интересах следствия. Будьте так добры, друзья, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, нажмите на колокольчик, ведь мы стараемся делать для вас интересные новости каждое утро. Только мы расскажем всю правду и жизнь звезд российского шоу-бизнеса. Берегите себя, своих родных и близких, друзья. И смотрите наши новости от начала до конца.